В спортивном комплексе «Металлист» начал работать реставрированный зал. После протечки кровли здание помещения сильно пострадало. С 2014 года оно находилось в аварийном состоянии. С 2019-го, благодаря содействию социального партнера мэрии Магадана, компании «Полиметалл», начался ремонт зала. В этом году специалисты закончили все работы и ввели в эксплуатацию это помещение. В зале установили современное оборудование. В зале находится современное световое и звуковое оборудование. Сейчас зал уже распахнул свои двери для воспитанников хоровой школы. Также мы ждем все другие творческие коллективы. Пожалуйста, приходите, зал открыт для выступлений. Также зал прекрасно подходит для проведения конференций, научных каких-то творческих встреч и так далее. Поэтому мы всех ждем с удовольствием. Надеюсь, все получат удовольствие от зала, от света, от звука, от творческих коллективов, которые будут выступать на этой сцене. Зал рассчитан на 170 посадочных мест. Между тем, это не единственная реконструкция помещений спортивного комплекса. За последние несколько лет в «Металлисте» обновили конференц-зал, помещение для занятия теннисом, а также балкон, где разместили экспозицию спортивных достижений магаданцев.